Здравствуйте, дорогие друзья! Рад всех приветствовать на моем канале. Мы продолжаем разговор про Razer A5 Deluxe. В предыдущем ролике я вам рассказывал про историю компании, как она появилась в 2000 году. К нам она прибыла в 2010 году. Это достаточно известный бренд, отличается качеством, дизайном, мелочами, которые продуманы очень хорошо. И сегодня я вам буду говорить о технических параметрах, ну и плюс пользовательский опыт. Необходимо отметить отличие от предыдущей модели, то есть A5 Lux. Но первое, что изменилось, это, конечно, ручки. Ручки стали значительно качественнее, они перестали болтаться. В принципе, и в предыдущей модели все было нормально, но здесь, ну как это называется, улучшили то, что было и так, в принципе, неплохо. Кроме того, здесь вот, соответственно, расстояние получилось 42 мм. То есть это удобно не только взрослым, но и детям. То есть хват будет гораздо лучше. И последний момент, отличающий от предыдущей модели, это вот этот фиксатор. В принципе, наверное, многие скажут, ну ничего такого необычного здесь нет. Однако, вот именно эта деталь позволила устранить и вибрацию, и шум. То есть наравне с рулем устраняется вибрация и там, соответственно, мы получаем ну, такой достаточно тихий самокат. Ну и теперь хотелось бы рассказать технические характеристики, то, чем отличается эта модель от всех остальных. Ну, во-первых, хочется отметить вот эти колеса. Огромные-огромные колеса. Я думаю, что многие мечтали покататься на большом самокате, чтобы объезжать какие-то, не знаю, там, неровности, по буеракам, рекам, ракам проезжать без особых проблем. 200 мм – это полиуретан. Все очень прочно, качественно, и претензий у меня вообще никаких нет. Соответственно, здесь у нас есть тормоз, он также качественный, но не забывайте про безопасность. Если вы, скажем так, разгоняете скорость, а этот самокат позволяет достигать порядка 35 км в час, то не забывайте о безопасности и, соответственно, используйте тормоз, когда это вам нужно. Тормоз может показаться вам вначале относительно резким, но, в общем-то, можно привыкнуть и без проблем дальше кататься, тормозить. Если кто разбирается в терминологии, то здесь используются подшипники ABEG 5. Ну, скажем так, среди обычных пользователей это, ну, скажем так, один из лучших подшипников, который можно было поставить. Следующая рама. Рама, она выполнена из авиационного алюминия. Я думаю, что не стоит комментировать, что это такое. Это прочность. И опять же детали. Детали. Вот здесь вот надпись Razer. И здесь есть надпись еще в других местах. И они сделаны очень качественно. То есть это не просто краска, она такая въедливая, да, и, соответственно, просто так не сотрется. То есть, если остальные самокатики уже будут побитыми и покоцанными, вот эта краска сотрется, ничего не будет видно, то здесь эта краска остается. Максимальный вес у этого самоката 100 кг. И я думаю, что это не совсем предел, потому что я катался с дочкой, и у нас общий вес, ну, примерно получался чуть больше 100 килограммов. И нормально все выдерживало, ничего не хрустело, не люфтило и не скрипело. И я считаю, что это очень и очень хорошо. Здесь используется вот такая вот такое специальное покрытие для того, чтобы нога не скользила. Я пробовал в разных ботинках, то есть и обычные ботинки, и спортивные, и все было нормально, нога не скользила, все хорошо, вот благодаря вот этим ребристым поверхностям, соответственно, скольжение уменьшается в разы, если вы используете, ну, обычные самокаты вот с такой вот алюминиевой рамой. Тормоз я вам тоже рассказал, и такая тоже мелочь, но тем не менее, когда я раньше выбирал самокаты, я хотел так сделать, чтобы самокат все-таки можно было где-то поставить, припарковать. И парковать его можно благодаря вот этой маленькой ножке. Давайте я вам продемонстрирую, то есть вот так откидываете, ставите, и, соответственно, все это очень удобно держится. Многие самокаты не оборудованы ножкой, и, я не знаю, кто-то сталкивался с такой ситуацией, там приходит в магазин или еще куда-то, надо поставить, все это постоянно падает. Здесь есть ножка, удобно поставили, никаких проблем, стоит себе спокойненько, никого не трогает. Что еще я могу сказать? Наверное, качество отличает именно продукты Razer. Соответственно, здесь я могу выделить первое.
может кататься и взрослый, и ребенок. Если мы говорим про ребенка от 7 лет, соответственно, ребенок здесь без проблем помещается, регулируется ручка по высоте, также здесь 42 мм, удобные вот здесь вот такие вот хваты, то есть они приятные такие на ощупь, и рука, соответственно, не скользит, даже если у вас влажные руки. Бывает так, что дождь идет, взяли, зацепились, и рука скользит. Сесть такого не будет. Второй, небольшой вес, всего лишь 4 килограмма, то есть это не проблема поднять даже подростку. Следующее, это качество сборки. Ну, я думаю, тут вообще претензий никаких не должно быть. Отличная сварка, отличное качество сборки. Ну и последнее, наверное, что стоит отметить, классный дизайн. Мне очень все понравилось, все качественно. Внешний вид выше всех похвал, и думаю, что этот Razer A5 Deluxe будет коньком на вашей спортивной площадке или куда вы будете перемещаться. По крайней мере, я буду использовать его для того, чтобы доехать до метро, дальше на работу, в офис. Это очень удобно и без проблем. И последнее, да, скидка 10%, промокод под описанием внизу. Обязательно смотрите всю продукцию. Такое маленькое замечание. Скидка 10% не только на вот этот вот Razer A5 Deluxe, но и на всю продукцию Razer Russia. Всем большое спасибо. Пока-пока.